В Башкортостане за 5 лет планируют отремонтировать 26 тысяч подъездов в многоквартирных домах. На эти цели в рамках профильной программы предусмотрено 6 миллиардов рублей. Такие данные озвучили на оперативном совещании в правительстве. Ежегодно рассчитывают ремонтировать около 4 тысяч подъездов. В текущем году программу ремонта профинансируют на 1 миллиард рублей. Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, до 20 февраля состоятся общие собрания собственников жилья в многоквартирных домах. На них жильцы определят перечень необходимых работ, а также выберут из числа соседей ответственного за их контроль и приемку. Это такая большая, ответственная, серьезная работа. Я прошу к этому подойти серьезно. И договариваемся с вами, что работы по ремонту подъездов мы завершаем 1 ноября. И при этом я попросил Министерство жилищно-коммунального хозяйства, чтобы мы разделили эти работы на 3 этапа, чтобы не получилось, что вы все в концу свалите. Это должна быть планомерная такая работа, такого частичного исполнения по периодам этих задач. С 28 февраля по 15 апреля в республике проведут конкурс на отбор подрядных организаций и заключат контракты с победителями. Ремонт подъездов многоквартирных домов стартует в Башкортостане 15 апреля.